Дмитрич и Маша! Сегодня у нас веселый праздник Хэллоуин! Привет! И сегодня у нас не просто веселый праздник Хэллоуин, но еще и веселый челлендж! Челлендж называется «Сладость или шалость»? Да. И у нас летучая мышь против... Кота. Чеширского кота, правильно. Итак, я объясню правила нашего челленджа. Да. У нас есть две корзины, на которых нарисован котик и летучая мышь. И у нас есть вот такие смешные карточки со смешными рисунками котика и летучей мыши. Вы вытягиваете из корзинки либо сладость, которая находится с котиком, либо шалость, которая находится с летучей мышкой. Поняли? Да. Да. Отлично, начинаем? Да. Давайте на дзынь-дзынцок. 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 Кто начинает? Я. Тима первый начинает. Итак, я ему даю вытащить одну из карточек. Вытаскивай. Что у Тимы? А у Тимы чеширский котик. Первую сладость вытягивает Тимофей из этого ящичка. Так, просовывай ручку, не смотри, вытягивай. Опачки, что это у нас? Червяки. Ой, это червячки-тролли. Ну что, пробуем? Да. Пробуем наших червячков-тролли. Они всякие разные, вот такие вот, вот. Но у нас же Хэллоуин, поэтому мы едим всякую гадость. Вот такие у нас червячки падают. Ай! Ну что, вкусные червячки? Какие? Кисленькие, сладенькие? Кисленькие. Кисленькие червячки. Ну что, следующая вытягивает? Маша. Маша? Следующую карточку вытягивает Маша. Опачки! У Маши летучая мышь. Значит, Маша из корзинки с летучей мышью вытягивает какую-то шалость. Ну давай, Маша, вытаскивай. Ой, что это? Летучая мышь. И тут Маша вытащила какой-то сюрприз, летучая мышь. Посмотрим, что в ней? Да. Посмотрим, что это за мышка такая. Я знаю, что это за мышка. Ага, а это мышка, которая может кататься. Значит, на ней должны быть какие-то... Колесики. Колесики, правильно. Сейчас я тебе покажу. Вот такая мышка с колесиками, и она может ездить. А ну, Машулькин, давай, покажи нам, может ездить летучая мышка? Сюда, в эту сторону. Вот такая летучая мышь, которая ездит на колесиках. Вот бы она еще летала, да? Начала бы она здесь летать. Класс, да? Нравится такая? Летучая мышь и робот. Да. Нравится такой сюрприз? Да. Так, ну что, играем дальше? Да. Играем дальше. Что же у нас сейчас будет? Давай, Тимофей. Мы еще ем червяка. Опачки, Тима две вытащил. И, кстати, хотя Тима две и вытащил, у него две летучих мыши. Поэтому, Тимофей, тяни свою шалость из ящичка. Вау, что это такое, Тимофей? Это какой-то скелетончик с таким огромным языком? Что же он делает? Давайте посмотрим. Это музыкальный скелет. Вот этот язык его, это как пианинка. Давайте посмотрим, что это такое. Итак, распечатали мы нашего скелетончика, черепушку нашу. Попробуем ее включить? Да. Давайте попробуем включить. О-о-о-о-о! Он еще и глазами мигает. О-о-о-о! Какой звук! Видите, нажимаете на каждую кнопочку и играет новая музыка. Класс! Да, держи. А ну?
Нажимай на другую кнопочку. Класс! Классный скелетончик, да? Супер! Мне очень нравится. Да? Это веселый скелетик. Такой нам попался. Ну что, играем дальше? Да. Играем дальше. Я. Так, сейчас вытягивает у нас Маша. А мы перемешаем наши карточки, чтобы Маша не подглядывала, а вытягивала, что ей попадется. Давай. Ну, вытягивай из серединки. Давай. Опачки, что? Опять летучая мышь? А ну покажи. И у нас опять летучая мышь. Ну что, Маша, опять мы вытягиваем шалость? Да. Вытягиваем шалость. Что там? Крокодил. Вот заводной. Заводной крокодил. Заводной крокодил, а ну покажи. Ну, мне кажется, он и не сильно аж страшный такой, да? Что он у нас? Рот открывает. Ай! Едет сюда к нам. Подталкивай, подталкивай его. О, его еще и толкать надо, крокодила этого. Вот такой крокодильчик попался Маше. Что, еще червячка нашла? Давайте сделаем так, смотрите. Мы положим крокодилу червяка в рот. Я сожрал червяка, я страшный крокодил. Страшный крокодил получился у нас с червяком во рту, поймал червяка. Ну что, следующий Тимофей? Да. Тимофей у нас сейчас будет что-то тянуть. Давай, первая попавшаяся, давай, 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 не выбирай. Скорей, 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 скорей. Опачки, опять шалость. Дети, это что ж такое? Вы потом сладости будете есть все подряд. Давай, вытягивай шалость. Что это паук такое? Паучище? Да. Ого-го. Поставлю. А ну, Маша, давай, попробуйте. Что, он живой? А! Ой, у него язык какой-то сверху вытягивается. Оп. Прыгнул паук. А ну давайте еще раз. Оп, оп. Маша, к тебе сейчас паук запрыгнет. Вы его не боитесь? Он такой страшный. А ну дай мне его. А ну стой. У него такие страшные глаза. Красные. И он волохатый такой. Фу-фу-фу. На, Тима, можно, гадость. Можно я тоже вытяну? Ну, теперь давайте. Ну, может, кто-то из вас все-таки сладость вытянет. Нам сладости целая корзинка. Надо же их как-то съесть нам. А ну, давай. Чеширский. Да, это котик чеширский. Значит, у нас попалась сладость. Давай, Маша. Да, мне попался чеширский. Держи, держи, вытаскивай. Ну, что ты там тащишь? Опачки, что это такое? О, что это такое? Angry Birds жвачка. Да, это Angry Birds конфетки Пэз, да? Да. Сейчас мы их откроем. Это такие. Так, вот мы зарядили наши конфетки. Закрываем их. Закрыли. И теперь можем угощать друзей. Угощайтесь, друзья. Вытягивай конфетку. Вытягивай, вытягивай, вытягивай. Опачки. Теперь мы можем еще угостить Тиму. Раз. Вытягивай, Тима. Особенно червяка. Угу. Вкусная конфетка. Ну, говори, какая она? Вишневая клубничная. Или клубничная? Клубничная. А вот ты не угадал, это вишневая. Да, это вишневая вкусная конфетка. Я хотела вот эту. А ты хотела клубничную? Ну хорошо, мы зарядим еще потом в эту птичку клубничную. Угу. Вот такая у нас птичка. Я злая птица, Ред. Но я вам дам конфетку.
Держите вам птичку. Ну что, дальше играем? Кукареку! У нас уже птицы кричат кукареку. Кто у нас будет сейчас вытягивать? Правильно, сейчас вытягивает Тима. Держи. Не подглядывай. Давай, тяни. Тяни. Не подглядывай, давай. Опачки! Сладость! У Тимофея тоже сладость? Да. Давай, тяни скорей. Что ты там вытаскиваешь? Что это такое? Огромный киндер-монстр! Я страшный киндер-монстр! Что? Сейчас мы этого киндер-монстра разделаем напополам, да? Посмотрите, какое оно огромное! Класс! Да, шоколадочки! Столько шоколада! У вас животы не разболятся, товарищи? Нет. Не, вы будете по чуть-чуть? Да. Да? Так, ну мы же его должны разломать. Ха! 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 Я шоколадный монстр, я вас съем! Или вы его съедите? Вы его съедите, держи! Ну посмотрите, какая у нас огромная капсула! Смотри! Ну мы сейчас тебя откроем, капсула! Ой! Вот это у нас конструктор! Вот это нам собирать, не насобирать! Давайте ж посмотрим тогда в инструкции! Что это у нас такое? А у нас конструктор-монстр, выскакивающий из коробки. То есть мы должны собрать коробочку. Вот, по инструкции. Нажать сверху, да, получается такой. И монстрик выскочит из коробки. Ну что, будем собирать? Да. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, будем собирать. Такой монстрик у нас вылазит из коробочки с киндера. Класс! Можно испугаться. Можно и испугаться, когда откроешь коробочку от киндера. Такую подарочную, красивую. Правда? Да. Так, ну что, играем дальше? Да. Отлично. Кто у нас вытягивает? Маша. Маша? А все у нас меньше и меньше карточек становится. Но все равно еще есть. А ну давай, Маша, вытягивай. Что это? Летучая мышь. Значит, у тебя шалость. Давай, вытаскивай. Давай. Что там у тебя? Что это? Заводное. Что это заводное у тебя? Тыква. Тыква заводная. Маша, а ты у нас кто? Давай мы вместе поездим и попрыгаем. Давай. Ну давай, вместе с крокодильчиком. Ой, попрыгала. Ой. Получилось. Один поехал, другой попрыгал. Так, ну что, чеширский кот, давай ты тяни свою карточку. Тянем, потянем. Котик! Да. Котик любит сладости. Сладости любят котика. Давай, вытягивай. Машенька, давай. Будем смотреть, что сейчас Тимофей нам вытащит. Ого! Что это такое? А это мармеладные фрукты. Да, вот, смотри, какие мои классные. Любимые. Ты такие любишь, Маша? Давай мы их сейчас откроем. Ням-ням-нямка. Мармеладные фрукты у нас. И каждая мармеладка имеет вкус именно этого фрукта. А у нас здесь ананас, абрикос, виноград и банан. Кто что выбирает? Я банан. Ты банан, а Тима виноград. И у нас остался абрикоска. Вот такая она классная, как настоящая. Ананасик. Вот такой классный ананас.
обгрызенный виноградик. Маш, ну покажи свои бананчики. Ну покажи. И вот такие вот бананчики, которые достались Маше. Ну что, вкусно? Да. Какие вкусные. Мне очень нравится тоже. Можно мы покушаем? Мы-то покушаем. Но может мы еще и поиграем? Ну что, наша летучая мышка? Давай, тянем. Ой, ты что, аж две вытащила карточки? Ну что там у тебя? А там что у тебя? Так ты что, хочешь чеширского кота или летучую мышь? Уже чеширского кота? Ну хорошо, давай. Выбирай сладость себе. Что это такое? Что это за сладость? А это сладость Джелли-Белли. Да. Это волшебные бобы от Микки Мауса. А Микки Маус какой страшный, прям хэллоуинский Микки Маус, да? А они могут быть невкусными. Нет, это как раз вкусные. Здесь у нас киви. Здесь у нас киви, черника, дальше у нас идет апельсинка и какой-то там панч, какая-то там еще сливка. Посмотрим, что у нас здесь. А у нас здесь вот такие Джелли-Белли. Вот такие вкусненькие. Ну что, попробуйте бобы? Смотрите. Держи. Я ем вот это. Маша, а попробуй Джелли-Белли. Ты какую выбираешь? Оранжевую? А я серую. Ну, давай. Давайте все попробуем. Невкусно. Чего невкусно? А я попробовала киви, она очень классная. А мне не нравится вот это. Оранжевая? Она апельсинка. Я не люблю апельсинку. Ну, попробуй черничку. Хорошо. Да. Убрать. Давай. Маш, она очень вкусная. Апельсинка очень вкусная. Это конфетки? Да. Жевательные. Вкусные жевательные конфетки? Да. Нравится? Да. Тима, знаешь, это не обычные бобы, они жевательные. Да. Ну что, играем дальше. А Маша бананы желейные напоминает, да? Давай дальше, Тимофей. У нас остается всего лишь 5. 5 каких-то сладостей и 5 каких-то шалостей. И у Тимы шалость. Давай, Тимофей. Потом мы будем вместе вытаскивать конфеты. Да. Ну, давай, вытаскивай. Подожди, что это такое? Мышка. Откуда ты знаешь, что это мышка? Может, это крыска? Но это действительно какая-то мышка. Сейчас мы ее посмотрим. Это какую-то мышку Тима вытащил. Шалить будет с этой мышкой, да? Ой, а это мышь лизун. Она такая липкая. И вообще, ее можно вот так вот даже надувать. Вот она прозрачная становится. И посмотри через шарик на Машу. Смотри на Машу. Смешная Маша там в шарике. Да. Класс. А ну, Маша, теперь ты посмотри на Тиму. Смотри. Смешная мышка. А можно мне попробовать прилепить? Да, можно попробовать. А ну, попробуй прилепи к столу. Не прилепится? Какой? Нет, к столу, к столу. К столу. А ну, попробуй прилепи его. Не прилепится к столу? Попробую. А ну, давай. Ой, прилепилась, еле отлипает. Чеширский кот, ну что у нас там со сладостями? Еще последняя сладость осталась. Да? Семечки. Семечки? Какие еще такие семечки? Для куриц. Для куриц? Люди, а вы курицы? Нет. Нет? А будете здесь кукурузку есть, как курочки? А ну пококайте мне здесь. Кукареку. А я вообще-то тоже петушок. Кукареку. Последняя сладость.
Вот такие кукурузные зернышки от Джелли Белли. Сейчас мы их попробуем. Держи. Держи. Вкусненько. Я клюю. Ты клюешь, как курочка. Да, ну, как ириска. Оно похоже на ириску. Вкусненько. Прикольные зернышки. У нас сладости закончились. Мр-мр-мр-мр-мр. Котик с нами прощается. И последняя шалость у нас осталась в корзинке с летучей мышкой. Давай, доставай ее, Тима. Последнюю шалость. Это у нас вот такие смешные ластики в виде тыковки и в виде привидения. Нет. Тыковку, на тебе тыковку. А Тиме вот такое привидение с моторчиком. Держи. Можно, это какой-то шкет, и это не шкет, это, наверное, как он там, призрак. Это призрак, да? Теперь вы, если что-нибудь не то нарисуете карандашиком, вы можете стереть тыковкой или привидением. Прикольно. И корзинка с летучей мышью у нас тоже уже пустая. Поэтому летучая мышь улетает. Нет, прощается. Прощается и улетает. И наш челлендж подходит к концу. Ну что, понравилось вам? Да, понравилось. Да, понравилось. Подписывайся на канал Team Vintage. И наша. Пока-пока. Пока-пока. Веселого Хэллоуина. Три. Веселого Хэллоуина.